Привет, друзья! С вами Менавит Онлайн, Алена Васильева. Советник Тихановской Франа Квичорка в своем твиттере решил оправдаться, а заодно и обвинить украинцев в том, что, дескать, не так они поняли его прямую начальницу Светлану Тихановскую. Я зачитываю. «Дело техники и фабрики троллей, которые ложатся на благодатную почву хейтеров и подхватываемые украинцами, которые вообще не в теме того, что происходит и происходило в Беларуси, и кто такая Тихановская. А теперь главный вопрос. Кому же это нужно?» – спрашивает Франа Квичорка. Как раз после того, как было принято решение об открытии представительства офиса Тихановской в Украине, когда Лукашенко и его банда в страшных снах видят, как Зеленский принимает Тихановскую в Киеве, и начинается совместная работа по свержению не только Путина, но и Лукашенко. Тут ответ очевиден. Дальше Франа Квичорка рассказывает, безусловно, как обычно он это любит делать, об агентуре, которая проникла в Украину и все не так объяснила свободному украинскому обществу. Такие вы, ребята, смешные. Они настолько не понимают, что такое свободное общество. Они настолько не понимают, что такое Украина. Так сижу себе и вижу, как Ирине Геращенко, нардепу, звонит, допустим, Васильева и говорит: «Ирина Геращенко, знаете, что вы должны думать по поводу Тихановской?» Или на канал 24 «Украина», или на пятый канал, может быть, Роману Скрыпину, Муждабаеву, Роману Цымбалюку, ибо украинцы же сами не умеют сами по себе думать, складывать 2 плюс 2, оценивать обстоятельства. И вот тут такие два человека, а может быть, 3,5 хейтера, им все рассказали. До этого они не понимали, до этого они не знали. И не нашлось добрых людей, которые сказали бы им, как правильно думать по поводу высказывания Тихановской о том, что белорусы спасли Киев, о том, что белорусы победили в революции, о том, что звать Путина тогда, когда ты устраиваешь протесты, это на самом деле нормально, это просто дипломатия такая. Как и сливать их? Делитесь этим видео, ставьте лайки. У нас не задалась прямая трансляция 2 последних дня. И сегодня в эфире Романа Скрыпина почему-то тоже трансляция, где я была, оборвалась наполовине. Поэтому я буду записывать сегодня даже еще пару видео из того, что хочу сказать. А хочу сказать я о свободном театре и Халезине, и о так называемых дем-СМИ, в частности, о Белсате. Пока, увидимся скоро.